Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен. Добро пожаловать в новый видеоролик. И да, кстати, чуть не забыл, с наступающим вас Рождеством или же Новым годом. Но что же все-таки произошло сегодня? Это был обыкновенный солнечный день. У нас были на сегодня действительно достаточно большие планы вместе с Нубиком, но как предупреждали ученые какое-то время назад, произошел бадабум вулкана, и поэтому волны магмы, раскаленной горячей магмы, накинулись прямо на наш мегаполис, и все просто по затылок, можно сказать, затопило лавой. Но проблема в том, то, что я-то успел выбраться и убежать, а Нубик остался в одном из этих зданий, так что сегодня, я надеюсь, у меня получится его спасти. А для того, чтобы это точно получилось, прямо сейчас поставь лайк под этим роликом, чтобы эта спецоперация прошла успешно. А также подписывайся на канал, если еще не подписан. Ну а теперь готовь чаечек, готовь вкусняхи, сегодня будет интересно. Погнали! Все, я на месте событий. Значит так, мне нужно срочно искать и все обыскивать именно на этом участке, на который меня назначили. Так, но для начала нужно осмотреть всю территорию. Я очень надеюсь, то, что с Нубиком все-таки за все это время все в порядке. Как-никак мы с ним не раз участвовали сами, и он со мной принимал участие в различных спецоперациях. И надеюсь, то, что именно сегодня все точно так же обойдется, если что, он не растеряется. Честно говоря, я до последнего не могу понять, как это произошло, ведь именно в тот день я говорил ему, чтобы он просто валил из города, потому что вулканы просто так себя странно вести никогда не начнут. И в конечном итоге случилась вот эта ситуация, и придется из нее как-то сейчас потихоньку выбираться. Так, ладно, сейчас я смотрю всю территорию, которая здесь есть, и уже потом мне нужно будет выходить на связь с командованием, докладывать то, что я на месте. Единственная проблема в том, что я помню, что он говорил, он находится сейчас в каком-то офисном здании, только вот в каком именно, потому что здесь зданий просто огромное количество, и что это за здание, я пока не понимаю. Единственное, что я помню последнее, то что его практически полностью накрыло, и там был какой-то люк на крыше. И что-то мне подсказывает, что это именно вот это здание, потому что именно там есть отверстие для люка, и возможно именно там сейчас Нубасосик находится. И главное, чтобы я только успел за ним сейчас туда слетать. А, прием. Это Шадимен. Я на позиции. Вроде бы я нашел то здание, где он сейчас может находиться. В общем, запрашиваю разрешение для того, чтобы приступать. Хорошо, приступайте. Будьте аккуратнее только. Если почувствуете то, что приборы начали как-то подтормаживать, либо кислород начал заканчиваться, сразу сообщайте. Наши специалисты сейчас повсюду находятся. Если что, в двух кварталах от тебя тоже спасатель сейчас. Уже внутрь здания вошел. Но видок там, конечно, атас полный. Принято. Я приступаю, я все понял. Конец связи. Так, ну что же. Последнее, что осталось сделать, это подготовиться уже, получается, по полной. Надеть костюм, который, конечно же, от лавы меня не спасет, потому что лава это просто раскаленная фигня, которая с невообразимой температурой постоянно готова тебя просто испепелить и от тебя ничего не оставить. Первым делом я сразу подготовлю вот эти баллоны с воздухом для Нубика, естественно, и для меня, если у меня тоже какие-то проблемы начнутся. Получается, вот эти вот нити, веревки для того, чтобы, если что, либо связать, и баллоны с водой, чтобы можно было, если что, как-то хотя бы на секундочку все это дело остановить, хотя лава, она, опять же, она просто все испепелит. Так, ладно. Теперь мне нужно сейчас, самое главное, успешно приземлиться на вон то самое здание, которое я заприметил. А это, скорее всего, будет совсем нелегко, потому что достаточно маленькая площадь у него. Вот, а вертолет у меня достаточно большой, и, честно говоря, будет реально так. Главное только разметить. Главное разметить территорию, так, и я буду опускаться, если что, относительно вот этого здания, на котором я первоначально был. Так, еще немного крен можно дать. Опа, есть, опустились. Спокойно. Так, есть. Нет. Пожалуйста, почти. Ух, едва-едва чуть в лаву не угодил. Надо же. Так, спокойно. А вот теперь вниз. А вот теперь штурвал по полной вниз. Есть. Так, вертушка опущена. Все в порядке. Я думаю, можно, в принципе-то, это потихонечку спешиваться и выходить из вертолета. Так, спокойно. Опа. Так, стой, вертушечка. Все. Удачно. Лучше даже и придумать нельзя было, чтобы я ее как-либо сюда поставил, на этом маленьком здании. Боже мой, я уже этот жар чувствую прям повсюду.
Да, зрелище, конечно, такое не каждый день увидишь, то что мегаполис полностью ушел, получается, под лаву. Да, с одной стороны круто, а с другой стороны страшно. Ничего страшного, Нубик, я тебя вытащу. Я тебя вытащу, у нас с тобой еще столько впереди, ого-го, так скажем, так что здесь ты точно не останешься. Так, что это за территория здесь такая? Черт, последнее, единственное, что я забыл, это свет взять, потому что, мне кажется, электричества сейчас уже в здании давным-давно нет. Так, заходим внутрь. И да, кстати, проблема еще в том, что Нубик абсолютно не отвечает на телефонные звонки. Вот, и меня это, честно говоря, очень сильно пугает и только на плохие мысли наталкивает. Но надеюсь, то, что он просто потерял свой телефон где-нибудь, обронил в панике и тому подобное. Ну это же Нубик, что с него взять? С ним, так скажем, всякое бывает. Так что я думаю, то, что в этом ничего удивительного даже толком-то и нет. Так, здесь чисто. Здесь чисто, да, темновато, конечно. Так, лифты, получается, всего лишь один спуск сейчас работает. А все остальные спуски полностью лавой залило. Не получится оттуда пройти. Так, ну, в принципе-то, строение здания теперь мне понятно, куда что двигаться, куда что идти. Вот, я, к сожалению, не надеюсь на то, что он будет сверху, потому что этот шанс очень маленький, это было бы слишком просто, и, к сожалению, нет. Его здесь нет, и я ищу хотя бы мельчайшие подсказки, потому что я не верю, что он мог просто здесь засесть и даже не оставить ни единую подсказку, этого быть не может. Короче, у меня единственная мысль, которая есть, это получается спуститься пониже. Так, стопэ. Так не пойдет. Какого черта здесь эта лава делает? Так, ладно, у меня же костюм есть. Костюм есть, черт, только он меня толком-то не спасет, даже если я начну что-либо делать. Так, нет, боже мой, что происходит? А так нет, пока работает, пока работает. Пока костюмчик, по-моему, полностью работает. Так, ладно, придется тогда, получается, как-то так прям прибираться. Так, я воду подготовлю. Боже мой. Так, ладно, перебежечками маленькими. Я надеюсь, что все будет нормально. Вот так вот, есть. Сюда пробрались. Так, теперь в ту маленькую комнату. Нубик, отзовись, пожалуйста. Где же ты только есть-то здесь? Да давай же, дверь-то дурацкая еще. На. Отлично. Так, о боже мой. Пожарный. Это, видимо, те самые пожарные, которые непосредственно самыми первыми прибыли на место событий. И вот им, конечно же, не позавидуешь. И, судя по всему, даже и спускаться нет смысла туда пробовать как-то их спасать, потому что в любом случае это уже сделать не получится. Так, черт, еще и не хватало здесь сейчас в ловушку угодить. Вот это мне совсем сейчас не нужно. Так, ладно, я попробую сейчас как-нибудь вот так вот через нижний этаж подняться тогда немного повыше. Вот, я думаю, то, что не проблема. А костюмчик-то на самом деле, я бы сказал, даже недооцененный, потому что он себя показывает на самом деле очень даже классно. Какая-то новая разработка, судя по всему. Так, тут все ящиками этими, не ящиками, вернее, этими шкафами задвинуто, я только понять не могу, зафига они все это делали. Как вариант, это, конечно, чтобы, да, я понял зачем. Я понял зачем. Чтобы хотя бы на маленький период времени можно было как-то эту волну остановить, и чтобы все комнаты не заливало одновременно и слишком быстро. Ну, Бик, где ты? А вот зовись, пожалуйста. Что это? Телефон Нубика. Боже, о чем я и говорил. Ладно, окей. С одной стороны, это классно. Это значит то, что он действительно просто растерялся и телефон обронил. А вот с другой стороны... Что это? Шеди, когда началась эвакуация, нас повели вниз. Нет, пожалуйста, только не вниз. Я же видел, насколько там много этой лавы, она была просто повсюду. О, боже мой. Ладно. И недоеденный чикен-бургер Нубасосика. Боже мой, Нубик-Нубик. Сейчас вот тут чикен-бургер, он точно поджарится тогда полностью. Так, хорошо. У меня есть информация по поводу самого нижнего этажа. Но я должен на всякий случай проверить и вот эту секцию, для того, чтобы быть точно убежденным в том, то что Нубика здесь нет. Вот. Так, давай же, давай же. Опа. Так, вот по столам сейчас по-быстрому вот таким образом пробегу и все. Вот тебе и пол это лава челлендж называется. Только тут совсем уже ты никуда не влезаешь. И тут действительно это челлендж так челлендж. Самый настоящий. Так, что у нас здесь? Так, ну нет, в этой комнате его 100% нет. И единственный вариант это получается сейчас просто спускаться прямо вниз по этим... По шахте лифта, а там воздуха даже нет совсем. И откуда я буду воздух брать, кроме как из своих баллонов, я не знаю. Но проблема в том, что под лавой я не смогу черпать этот воздух, и придется как-то очень быстро спускаться. Повели вниз.
насколько вниз его повели, это вот в чем вопрос самый главный заключается. Так, ладно, тут, в принципе, достаточно быстро. Так, а почему тут? Я понял, тут... Ага, ой. Так, здравствуйте, это называется, здравствуйте. Боже, а что тут весь этаж-то затопил? Тут дышать даже нечем. Боже мой, нечем дышать. Так, что делать? Спокойно. Есть. Воздушный карман нашелся. Все очень плохо. Так, он не сможет же так дышать там толком-то совсем, если он даже тут куда-то и спрятался, это просто невозможно сейчас. Так, что тут еще, воздушный карман? Отлично, прорвались, так скажем. Прорвались, получилось немного пробраться дальше. Так, ну это совсем жесть, меня о таком не предупреждали, то что будет настолько все экстремально, настолько все будет стрёмно на самом деле. Так, ладно, пока есть воздух, я дышу, у меня получается это делать. Ну, Биг, тут даже под водой и толком-то кричать бесполезно, потому что, ну, просто бесполезно, он все равно уже не отзовется. Так, а вот это уже плохо, у меня у самого начинает потихоньку воздух заканчиваться. Так, нашелся воздух. Воздух нашелся. Все в порядке. Мне еще какая-нибудь подсказка нужна, малейшая, хотя бы, пожалуйста, хоть что-нибудь, хоть где-нибудь, я ничего не вижу. Я просто ничего здесь больше не наблюдаю. Так, вот еще воздушный карман. Что это за ключ? Так, что это за ключ? Боже мой, у меня воздуха нет. Так, есть воздух. Фух, есть. Возле окон, если что, можно будет отдышаться. Так, что это такое? Кабинет номер 5. Пятый кабинет. Окей, ладно. Пускай будет на всякий случай. Мало ли что. Так, сейчас я тут немного передохну. И пора плыть дальше, получается. Так, эту часть здания я проверил. Теперь нужно проплыть немного подальше. Немного в другую сторону, только перед этим нужно еще будет немного воздуха зачерпнуть, получается, возле окна где-нибудь. Так, пожалуйста, успею, есть. В самый последний момент все-таки получилось успеть, и сразу моментально надо быстро плыть, потому что времени просто не останется. Так, эту маленькую комнату тут тоже полностью затопило, да, я смотрю? Да, тут даже ловить-то толком нечего. Его тут даже с первым взглядом можно заметить, то что его тут нет вовсе совсем. Так, еще воздушный карман, и поплыли дальше. Так, а вот здесь уже совсем темно становится, и меня это абсолютно не радует, честно говоря. Так, спокойно. Все в порядке. Так, что здесь у нас? Воздушный карман недоступен. Так, а что там такое непонятное? Какая-то фигня непонятная вот здесь вот. Возможно, либо шкаф какой-то стоит, либо еще что-то. Нубик! Господи, спасибо тебе, железная дверь, за то, что ты все это загородила. Так, Нубик, с ним все в порядке. Боже мой, как же ему все-таки повезло, то что именно почему-то вот эту маленькую комнатку совсем-совсем не затопило. Так, Нубик, он маску надел, все в порядке, дышит, сердце бьется. Сейчас я его заберу, и я вместе с ним, получается, пойду отсюда. Так, опа, беру его на плечо и потихоньку тащу за собой. Все, теперь мне нужно сейчас супер-супер быстро проделать тот же самый маршрут, который я делал прямо только что. Подняться назад, залезть в вертушку, и получается на том высотном здании, где я был в самом начале, нужно будет его назад как-то привести в чувство, либо хотя бы, ну, чтобы он воздухом немного подышал. Так, а теперь самое сложное и самое интересное, потому что у меня просто-напросто, судя по всему, не хватит кислорода, чтобы хотя бы немного вон туда подняться, но я все-таки надеюсь, что у меня получится. Так, надеюсь, что получится это сделать. Это очень-очень медленно и крайне-крайне страшно, честно говоря, потому что я не хочу прямо в лаве остаться сейчас. Так, и... Так, давай же, я должен успеть. Есть. Отлично. Все, получилось. Так, сюда мы вылезли. Последнее осталось только выбраться из этого здания, и мы будем уже на месте. Так, где же, откуда я поднимался-то только? Так, где-то здесь, получается, лестница должна быть, по-моему, да. Вот она, лестница, отлично. Отлично. Так, сюда поднимаемся из этого люка. Все, и просто валю. Просто валю отсюда, потому что времени катастрофически нет. И самое главное, просто теперь отсюда улететь и хотя бы спокойно привести себя в чувство. Так, ну, басотик. Так, я его в вертолет сейчас загрузил. А теперь с ним точно будет все в порядке. Сейчас я, получается, посажу вертолет вот на это здание, для того, чтобы хотя бы немного отдышаться. И потом уже мы будем отсюда потихоньку улетать. И надеюсь, что... он в себя придет, потому что доктора должны ему точно помочь, чтобы с ним было все окей. Так, тихо, сажаем вертолет. Да, сегодня было, конечно, очень, так скажем, напряженная вся ситуация. Вот, не то, что в прошлые разы. Фух,
В общем, друзья, как-то так получилось. Я сейчас очень тороплюсь, потому что в любом случае Нубасос, он хоть и находится в этой защитной маске, в которой он все это время находился, ему в любом случае сейчас нужно очень срочно помочь. Самое главное то, что сегодня именно с вашей помощью мы смогли его спасти. На связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, увидимся в следующем видеоролике, с наступающим вас Новым годом, и всем пока-пока. Все, вы отдыхайте, а я пока что полетел.